Добрый день, уважаемые друзья. Сегодняшний мой автомобиль не завелся рано утром. Путем незначительных манипуляций и проверок было выяснено, что, скорее всего, пришел в негодность бензонасос. Вот, вследствие чего было решение его заменить. Вот, бензонасос Passat B5 расположен сзади в багажнике. Под этой крышечкой снимаем изначально эту пластиковую крышку. Она здесь вот получается на такой завесике. Отлаживаем ее в стороночку. Затем здесь установлена металлическая крышка. Она крепится на трех винтах, которые откручиваются обычной крестовой отверткой. Ее также откручиваем, снимаем. И получаем доступ непосредственно к бензобаку. Здесь сверху получается установлен разъем, который подает питание на сам насос. Непосредственно также отсюда уже идут показания топлива, количество в баке. Вот здесь трубки получаются подведены к нему. Стоит получается обратка и трубка подачи топлива. Отщелкиваем разъем в первую очередь, отводим его в сторонку. Затем отжимаем хомуты. Хомуты здесь были установлены вот такого плана. Хомуты, к сожалению, эти, ну, можно, в принципе, использовать и повторно, но здесь просто не очень удобно их обжимать. Но, в принципе, если у вас их получится аккуратно снять, вот как получилось у меня, их можно оставить. Хомуты довольно-таки надежные. Вот, ну, я, в свою очередь, заменяю их вот такими. Вот, снимаем непосредственно трубочки, резиновые шланги, точнее, с трубок. Они могут немного туго стягиваться, возможно, придется подковырнуть отверткой. Вот, стягиваем один и второй. Вот, также их отводим в сторону. Здесь, если у вас насос сломан и подача топлива практически не осуществлялась, здесь будет несколько капель топлива. Вот, ну, их аккуратно просто отведете, можете тряпкой потом просто их пропитать и тряпочку вынести из автомобиля, чтобы не было запаха. Дальше мы видим шайбу, которая крепит непосредственно фланец, который, получается, подсоединяется к баку. Он здесь укоревает, конечно, как бы стоит много лет, он пластиковый, откручивается он, в принципе, если не поддается, можно просто сделать либо отверткой какой-то, либо вот таким вот приспособлением, как у меня, вот набора инструмента. Ставится на ставочку сюда вот, ударяется молоточком там, либо каким-то твердым предметом и потихонечку откручивается. Как только начнутся с легкостью крутиться, берем его, просто откручиваем руками непосредственно. Она уже будет дальше идти легко, в принципе, легко снимется. Вот она получается, снимаем ее аккуратно. Сняли. Ну и уже непосредственно у нас можем вынять саму верхнюю крышку нашего насоса. Аккуратненько достаем эту крышечку. Видим, здесь подключено несколько шлангов. Вот это шланг обратки стоит, как бы его надо аккуратненько поддеть отверточкой и сощелкнуть. Опа. Вот, отщелкнули этот шланг. Затем видно несколько проводов, которые подсоединяются. Нам, в принципе, интересует только черный провод. Его мы аккуратненько тоже поддеем и отщелкиваем. Черный он непосредственно идет на датчик топлива, который показывают в салоне, например, на приборной панели. И все, здесь уже, в принципе, этот провод идет непосредственно на насос. Этот патрубок тоже идет на насос. Мы вместе все это извлекаем изнутри, получается. Всовываем руку и поворачиваем немного против часовой стрелки. Отщелкиваются защелки, и мы достаем полностью насос вместе в сборе с кожухом. Сейчас я аккуратненько достану. Вот и все. Мы извлекли сам бензонасос. Вот. Сразу вам скажу, что в принципе в основном его продают в сборе вместе с данным кожухом, сеточкой. Вот. Цена вопроса где-то варьируется около $100 и выше. Вот. Но отдельно можно купить непосредственно сам насос. Я долго искал, в принципе, нашел. Единственное, конечно, не производство Китай, в частности фирма Stellux, либо Patron. Вот, но цена вопроса данного насоса $25. Вот, в принципе, я посчитал, что мне выгоднее заменить его
именно сам насос. Вот, так как у меня автомобиль работает на газу, он в принципе без проблем, я думаю, прослужит много лет, так как автомобиль использует топливо, в частности бензин, только при заводке, прогреве, а потом уже в дальнейшем работает на газу. Вот, ну, дальше по поводу разборки. Сразу же хочу вам отметить, здесь непосредственно также установлены вот такого плана хомуты. Вот я вам сейчас их покажу еще раз. Вот такого плана хомуты. Данные хомуты я рекомендую вам оставить, в частности к этой трубочке, так как она как полиуретановая, какого-то такого плана. Вот, и в принципе обычным хомутом, скорее всего, вы ее не обожмете. Эту трубочку можно, хомутик, извиняюсь, можно с легкостью, в принципе, снять и использовать его повторно. Для этого берем пассатижи и аккуратненько просто расшатываем, получается, непосредственно здесь хомутик. Он расслабляется немного, как бы, потом можно сюда вставить отвертку аккуратненько. Непосредственно вот сюда вот вставить отверточку, поддеть немножко влево-вправо, как бы, и он расслабится, как бы, и можно без проблем стянуть данный хомут. Ну, соответственно, сейчас я снимать это уже не буду, я просто это все проделал, но вам хочу просто это показать и рассказать. Дальше снимается сеточка. Сеточка снимается тоже, в принципе, просто поддеется здесь вот снизу, с корпусиком своим, вот эта желтенькая вставка, вот ее корпус, в принципе, сетки этой, она вместе с ней аккуратненько поддеется и стягивается. Сейчас вам я сниму, продемонстрирую. Я думаю, это видео будет актуально не только владельцам автомобилей с мотором 1.6 АХЛ, также это будет актуально с моторами 1.8, 1.8 Turbo. Система там, в принципе, одинаковая. Вот непосредственно сеточка. Видите, вот она получается просто плотненько посажена здесь, она не прикручена, ничего, просто плотно сидит. Для того, чтобы сам извлечь насос, здесь, вы видите, хитрая система застежек установлена. Вам необходимо просто упереть во что-то вот этим вот черной частью, упереть во что-то. И здесь непосредственно можно использовать там какие-то, ну вот как у меня в частности тут под руками ножик, там отвертка и прочее. Просто аккуратненько давится, поддевается за щелочки. Вот одна, вторая и так далее. То бишь, вот видите, все, насос отщелкнулся. И все, мы его сейчас аккуратненько достаем. Все, насос у нас в руках. Вот. Сам насос непосредственно вот у меня уже лежит отдельно. Это который был установлен, стоял еще заводской, оригинальный, как бы, вот, непосредственно я его снял. Вот, все, в принципе, как бы отсоединяются фишки здесь, отсоединяется саму трубочку, это получается шланг. И все, как бы, производится замена в обратной последовательности, точно так же. Теперь аккуратненько выставляется здесь. На корпусе есть такое, как бы, выемка небольшая, как бы она непосредственно для трубки идет, как бы, да, здесь, ну, что вам не даст перепутать, как бы, непосредственно, как устанавливается насос. Также здесь получается вот эта часть, вот этот фланец должен попасть именно вот в эти отверстия, где стоят такие вот, как бы, как зубчики, да, вот сюда и должно выйти. Сейчас вам продемонстрирую, как он должен собираться. Вот, смотрите, оно должно здесь совпасться непосредственно. Так, вот, видите, совпалось, и все. Оп, все, защелкнулся. Вот, видите, здесь защелки защелкнулись. Все, они дают ему крепко сидеть, получается. Одеем фишки на место, ну, они вот здесь у меня уже одеты. Вот. Которая здесь трубочка, как бы, я уже тоже ее подсоединил был, как бы, ну, в принципе, я думаю, вам будет понятно, как все это сделать. Как бы, она, если будет очень тяжело сниматься, можно взять, даже пойти домой аккуратненько, просто полить теплой водичкой, как бы, да, и она стянется, как бы, легко. Вот, как бы, можно, конечно, использовать было бы фен, но не рекомендую, так как все-таки здесь бензин, как бы, да, либо надо, чтобы он тогда полежал немножко, как бы, отдохнул, и после этого только что-то делать. Вот, ну, и сейчас дальше приступаем к сборке, непосредственно к последствиям. Так, а, вот еще сеточку забыл установить. Вот сеточка, она просто, как я и говорил, одеется здесь. Вот, не надо тут сверхсильно каких-то усилий, просто постепенно надеется. Вот, вы видите, сейчас мы ее поставим, хотя она как-то так и с небольшим усилием одеется непосредственно. Так.
должна немного сесть. Вот, но все еще, в принципе, я думаю, будет и достаточно. Вот она села. Все, сборку сочетаем в той же последовательности, что и разборку получается. Отдвигаем в сторонку лишние провода, шланги, чтобы они вам не мешали. Вот здесь шланг обратки, его немножко утопим туда, в бак, непосредственно спрячем. Теперь будем вставлять его аккуратненько. Здесь вот, как вы видите, вот стоят такие вот защелки, вот они получаются. Нам надо непосредственно попасть, там получается, на них, и потом просто повернуть по часовой стрелке. Вот, что мы сейчас будем делать. И еще хотелось бы обратить внимание, сеточку надо располагать именно вот в эту сторону, так как там крепление самого корпуса и кожуха насоса расположено немножко левее и назад немного смещено. Я его погрузил аккуратно. Теперь надо попасть. Нет, пока мне не удалось его защелкнул я его. Да. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на то, что здесь установлено резиновое колечко уплотнительное. Его необходимо устанавливать непосредственно на бак здесь, получается, вовнутрь фланца бака. А крышку уже непосредственно вставлять в эту резинку. Так по-другому у вас не получится ее поставить. Вот, убедитесь, что все шланги, патрубки, все подключено. И затем уже непосредственно ставьте на место крышку. Вот, устанавливаем крышечку. Берем это кольцо. Как вы видите, вот на ней резьба получается, да, вот. Я думаю, вам видно прекрасно. Его вставляем тоже аккуратненько. Так, аккуратно наживить. Закрутив крышку, теперь берем, устанавливаем шланги обратно. Вот. Одеваем их. Вот так. Один, второй. Берем, можно отверткой, можно головкой на 7. Я предпочитаю головкой, более надежно будет фиксация, крепление. И зажимаем хомуты. Так, один зажали, это обратка, и второй.
непосредственно подача. Есть. Зажали. Проверяем. Так, теперь одеваем фишку. Так, есть. Ну что ж, теперь можно проверить, удалось ли нам починить неисправность. Пробуем заводить автомобиль. Смотрим, чтобы была целостность соединений, чтобы не было нигде подтеков, проверяем. Как вы слышите, автомобиль работает, все нормально. Вот. Мы починили неисправность, устранили точнее. Ну, так что все, всем пока, удачи, подписывайтесь.